Сотни жителей микрорайона Южный в Твери уже несколько недель живут без горячей воды. На 17 участках распределительных тепловых сетей идет капитальный ремонт. Администрация Твери прокомментировала ситуацию. Ремонт связан с временными неудобствами, необходим для того, чтобы зимой тепло исправно поступало в дома жителей. Работы ведутся на нескольких объектах в микрорайоне Южный. Здесь выявлены наиболее ветхие разводящие теплосети. На работы из регионального бюджета выделено 24 миллиона рублей. Еще 6 миллионов составило софинансирование со стороны муниципальной казны. Сейчас подрядчик демонтирует старые трубы, ведется монтаж новых трубопроводов. Всего планируется отремонтировать около 4 километров муниципальных теплосетей. Разводящие сети – это прежде всего те трубопроводы, которые подходят непосредственно к домам от ЦТП. И любой порыв на разводящей сети он ведет к остановки теплоснабжения и горячего водоснабжения целого дома или даже нескольких домов. Мы находимся в районе Октябрьского проспекта, дома 94, корпус 1, 2, 3. Тут тоже процент износа подходил к 100%, поэтому замена, она просто необходима.